Ярославские власти сегодня принимали панов из Сената. Делегация Сейма Республики Польша приехала в город в сопровождении своих российских коллег из Совета Федерации. Польских парламентариев особенно интересовали вопросы местного самоуправления, поэтому встреча в мэрии Ярославля стала одной из главных в программе визита. В 90-х годах у нас начинал развиваться малый бизнес. Кiedy w latach 90-tych zaczynaliśmy nasz mały biznes. Он весь пришел из Польши. Cały ten mały biznes był, pochodził z Polski. А это у нас с вами второй круг. Сотрудничество в бизнесе, образовании. Среди этих польских сенаторов все имеют пророссийский настрой. Они входят в общество российско-польской дружбы. Про Ярославль знают как про столицу мирового политического форума. А сегодня узнали, как город, принимающий чемпионат мира по футболу. Варшава – хозяйка европейского чемпионата 2012 года. Ее подготовку пока критикуют, а поляки критикуют свою команду. Конечно, готовимся, но не в качестве игроков. Больше всего поляков интересовало местное самоуправление. Региональный бюджет сбил гостей с толку. Из 40 миллиардов рублей 12 приходится на город, а польские воеводства и города имеют независимые бюджеты. Удивились поляки показателю безработицы в Ярославле. Пан сказал, что безработица тут есть кризис. Вы сказали, что безработица, что кризис. 1,3%. И назвали этот показатель 1,3%. Для нас это кризис. Для нас это кризис. Дуже. Хуже того. Мы уважаем, что 3% это натуральный. Мы считаем, что 3% это естественный показатель. Много говорили о межгосударственных отношениях. К примеру, Польша очень заинтересована в российских туристах. Делегация упомянула свое ходатайство о том, чтобы Калининградская область получила безвизовый режим с Европой. А для остальной России он должен быть как минимум ослаблен. Катастрофа Смоленска вызвала очень разные эмоции. Что Смоленская катастрофа вызвала самые разнообразные эмоции. И следствие, которое здесь правда еще торчит, еще не закончено. По поводу катастрофы еще пока не завершено. Dodaje też wiatr w żagle tym, którzy Rosji w Polsce nie lubią. Woda na mielnicę tym w Polsce, kto niedolubliwuje Rosję. Затем делегация направилась в педуниверситет. Ярославский вуз 5 лет сотрудничает с Высшей школой Польши. Татьяна Волкова, Владимир Чернов, городской телеканал.